Рыба-кит, папа рисует. Всем привет, вы на канале Рыба-кит. Сегодня мы будем рисовать собачечку. Хватайте маркеры, рисуйте с нами. Все, пока. С нами Аня. Все, пока, я рисую. Не, подожди, не спеши. Ань, смотри, давай вместе внимательно. Ты говорила, что эту собачку тебе кажется, что сложно нарисовать. Ну да. А давай будем так нарисуем, чтобы не сложно было. Смотри. Нарисуем. Смотри, не оттуда рисуем. Смотри, надо вот это. Нет, смотри, надо нарисовать вот эту вот. Вот так. Раз, два, три. Вот так, видишь, и здесь место оставить. Это нос, теперь вверх и сюда. Вот, смотри. Получилось, мы самое главное нарисовали уже. Видишь? Теперь вот здесь вверх немножко и сюда вот так. Вверх, еще вот так. Все, все. Да. Теперь сюда. И теперь ты уже, что бы ни рисовала, ты уже, наверное, не испортишь эту собачку. Видишь? Теперь вот отсюда и вот сюда. И вот сюда. Это ухо. Это ухо собачки. Получится, смотри, вот уже, вот смотри со стороны. У тебя уже получается вполне хорошо. Теперь здесь носик. Так, держи. Вот так придерживай. Носик. Сюда идет. Раз. И улыбается. Собачка наша улыбается. Отлично. Улыбочку. Да-да-да. Ну, вот так раз сюда. Теперь глазки, смотри. Глазик вот отсюда, вот здесь, вот так вот. Он сюда идет. Сюда. И здесь такой полукруг. Видишь, получается у нас такая собачка. И очень несложно ее было нарисовать нам. Смотри, вот так вот еще раз. Здесь вот дорисуешь вот это вот глазик такой. Здесь точечки. И получается такой пивосик. А породу мы не знаем. Смотри, здесь вот так идет. Раз. Я знаю. Я... Ты знаешь породу? Нет. Я тоже не знаю породу. Может быть какой-то бультерьер там. Не знаю, как их называют породу. Я знаю, лайка есть собака. Кто еще? Какие собаки? Мы нарисовали вот тут уже одного. Маленького. Да? Вот у нас собака получился, и ошейник. И язык ему нарисовать еще. Так вот, раз, язык. Ребят, нетрудно нарисовать собаку. Мы постарались, нарисовали. Я думаю, вы тоже у нас получится. А, еще медаль собаки нарисовать. Теперь раскрасим. Раскрашиваем и маску. Первое место. И вот здесь вот так еще нарисую, вот так вот. Чтобы отделить ошейник от остальной собаки. Вот этот ошейник сюда. И получается вот такая собака. Теперь раскрашивайте. Раскрашиваем любыми мелками, какими хотим. Или фломастерами. Какой у тебя цвет собаки будет? Коричневый, такой не темный. Вот этот вот. Потом вот этот добавишь. Этот. Ну да, они похожи, это тот же самый. Это одинаковые. Почти что. Это то же самое. Просто раскрашиваем. Ой, точно. Что? Точечки. Ну, точечки можно и потом нарисовать. Что нам пишут? Привет всем! Привет! Нарисуйте веслоухую кошку. Ну, может быть, нарисуем. Но одну кошку мы точно нарисуем. Может быть, если, вот если представить, что у нее такая веселая, да. Может быть, и будет. Лучше задавайте вопросы какие-нибудь, типа, что вы думаете. А я вам расскажу пока, что будет у нас на канале еще, да. Еще можно вот такое видео снять, что можно, ну, свою жизнь, короче, подписчики, короче, твоей жизнью управляют. Это короче, ты задаешь вопрос. Что мне делать, сходить мне в туалет или не сходить в туалет? Нет, не ходи в туалет. Ай, мне придется делать штаны. Да, и такой, да, вот так поуправляли тобой. Нет, короче, в туалет, ну, ты можешь сходить всегда, а, короче, ну, короче... Рисуй еще при этом, да, а что там, какие, как они... Короче, короче, если ты сам живешь там просто живешь, или кто-то, все ушли, и, короче, можно снимать такое видео, что сходите в парк или не сходите в парк. Когда ты сам не можешь решать уже, да, из-за тебя вот подписчики должны решать, идти тебе в парк или не идти, да? Да. Ужасно. Надеюсь, что я до такого... В кафе. Идти мне в кафе или что мне заказывать? Да? Говорит, ешь кашу манную. Я такой, я не хочу манную. Нет, ешь кашу манную. Да, кашу. Кашу. Такой, я не люблю там сладкие, да, блюда. Нет, ешь
Тортики. Нет, я не люблю тортики. Я надеюсь, ребята, что мы не скатимся до этого момента и не будем. Хотя мы играем в такую игру с Катей играли, знаешь? Какую? Мы нарисовали, к примеру, друг друга. Ну, мы нарисовали Катю. Я нарисовал Катю, я нарисовал Катю, да? И мы спросили, какого цвета раскрасить Кате лицо подписчиков. И, например, надо писать, например, Катя красная, да? Кате сказали, что Катя должна быть красным. И она раскрасила себе красным. А мне написали, Ваня должен раскрасить зеленым. Я нарисовал Катю зеленым. Вот это была, ну, такая игра такая. Но они не управляют нашей жизнью. Надеюсь, что мы остались сами собой. Но это было весело, так что мы можем, если ты хочешь, поиграть. Давай, такую, давай. Ну, мне кажется, она такая прикольная. Ну, давай на следующий, как бы. Давай. Может, нарисуем, как бы, друг друга, к примеру. Да. Нарисуем. Ну, сначала нужно подготовиться, нарисовать себя, а потом уже... Ну, ходите, может, поиграем сейчас в такую игру. Ну, как бы, вот такая игра, мне кажется, она прикольная, но... Если ее не называть, что управляет моей жизнью. Не управляйте моей жизнью, ребят, я буду сам ее управлять. А что тебе нужно? Красный. Вот где-то был. Куда он спрятался, красный цвет? Прям был вот тут. Да. Может быть, где-то завалился, закатился? Такой был. Был, но... Опять, от нас сегодня мелкие прячутся. Красный убежал. Вот недавно был красный, я даже вот этот язычок красным рисовал. Видела? Mm-hmm. Опять от меня мелкие. Нарисуйте друг друга. Во! О, давайте, давайте. Может быть, сейчас мы нарисуем друг друга, но нарисую еще. Важно, вот, в принципе, ошейник нарисую. Напечатать можно. Нет, как мы. Мы как раз будем раскрашивать с помощью вас. Вы будете смотреть на нас, говорить, каким цветом Аня раскрашивать. А тебя? А меня раскрашивать. Ну, надеюсь, это будет весело что-то. Ну, я не могу нарисовать прямо твое лицо. Ну, мы так примерно, схематично нарисовали. Там очки нарисовать, там, и все такое, да? Ну, давай попросим подписчиков. Так, давай красный найдем. Опять он у нас красный убежал. Как он только что был здесь. Как они вообще убегают от нас, эти мелки. Прям был такой, бих. Побежал. Ладно, на собачке мы закончились. Ребят, кто смотрит записи, не уходите, подписывайтесь. Будем рисовать, будем играть с вами. Приходите на трансляции. Была Аня и Ваня, и будем рисовать дальше. Так, ставим назад.